Так, это видно будет про двери наружные. Наружные железные двери. Металлические получается. Двери. 90 тысяч. Такой рисунок. Левое, право открывание. Три замка. Ключи есть. Что у нас? Здесь тоже три замка. Да, три замка. С глазком. Так. Здесь еще у нас. Ой, тяжелая дверь. Это. Так. Глазок есть. Тоже дверь тяжелая. Сейчас 3000 написано. Ну, это, конечно, полегче, но все равно дверь тяжелая. Так. Вот такая ручка. Дверь полегче, конечно, это. Коричневая дверь. Такая шоколадная дверь. Такая дверь. Тоже типа шоколада. За 71 тысячи. Так. Здесь что у нас? Такие двери. Такое белое дерево. Такой рисунок есть. Здесь получается МДФ. Да. А с той стороны железный получается. С этой стороны. С одной стороны деревянный, внутренней стороны. Дерево. Белое дерево, черный мукар, ну, я понял, это дешевое дерево, это. Тимрисык, береги. И да, вообще, да, 38 тысяч, береги. Размеры. О, цвет интересный. Но он недорогой. Дверь легкая. Дорогая. Толщина. Где-то 10 сантиметров будет. 10-8 сантиметров. Раз, два, три. Три, четыре. Этих. Четыре этих. Шарнира. И вот у нас последний экземпляр. Тоже дешевый вариант.